На заседании Академии профессору в юбке запретили. Такие были времена. В начале последнего десятилетия 19 века Софья Васильевна встретила своего однофамильца Максима Максимовича Ковалевского, профессора права, очень умного и образованного человека. Этот 40-летний холостяк без памяти влюбился в странную, легкоранимую и трогательную женщину. Они собирались сыграть свадьбу в июне 91-го года. Но жизнь Софьи внезапно оборвалась из-за банальной простуды. Возвращаясь с рождественских каникул, проведенных с